Мурманский территориальный избирком продолжает рассмотрение вопросов о регистрации кандидатов в депутаты Горсовета 6-го созыва. Накануне удостоверение кандидатов получили еще несколько человек. Очередные претенденты получили удостоверение кандидатов в депутаты городского совета города Мурманска 6-го созыва. Это Людмила Байкова, Егор Чубатюк, Артем Кузьмин, Татьяна Ковалева и другие. Стремление работать и чувство какого-то праздника, потому что все-таки процедура довольно-таки сложная. Сбор документов длился большое количество времени, и подготовка к этому этапу была проведена очень большая. Помимо этого приходилось работать, конечно, и в это время, пока еще сдавались документы, работать в округе, и останавливаться на этом мы, конечно, ни в коем случае не собираемся. Всего в этот день были рассмотрены кандидатуры 21 претендента. Все они зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты городского совета областного центра. Удостоверение они получат позже, так как для этого необходимо лично явиться в избирком. Ощущение драйва у меня наступило еще, когда я подала только документы. И так как я в этом округе почти родилась и живу более 35 лет, я знаю все проблемы округа изнутри. Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов будет продолжаться до 18 часов 29 июля 2019 года. На данный момент на статус народного избранника Мурманска 6-го созыва претендуют 153 мурманчанина, что на 29 больше, чем по итогам предыдущего заседания. 70 из них уже прошли процедуру официальной регистрации в качестве кандидатов.